Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Смел, и сегодня мы продолжаем играть в игру Mad Game Taken 2. И в этой серии я планирую сделать больше рабочих для того, чтобы был больше прогресс, быстрее шел. Сначала я хочу сделать, в самом начале видео, поставить, я хочу, это, людей побольше на рынок труда. Вот, и тут возьмем самого лучшего программиста. Вот этот лучше, потому что он более дешевый. И в принципе почти без разницы. А, давайте один раз попробуем, если это не очень, то плюс фанаты. И билеты на 16 тысяч на ярмарке проданы. Ладно, хорошо, это продано. Дальше у нас есть уже рейс-сотрудники, программисты. Зайдем в исследование и хочу исследовать жанр какой-нибудь. Допустим, пазлы. А тут хочу исследовать жанр роли плейнгейм. Ладно, давайте разрабатывать игру. Разработать игру. Новая игра. Первое, что я хочу сделать, это сделать название игры. Допустим, будет что-нибудь, типа, пусть будет танк. Я изменил одну букву, пусть будет не хороший резидент, а бог резидент. Прекрасная игра, я считаю. Стандартная игра, дети. Всем пусть будет размер игры B. Пусть будет B+. Раз мы разблокировали этот формат, то будем пользоваться. Основной жанр я хочу делать тогда skill game. Попробуем, как обычно. И будет в теме у нас каменный век или... Давайте стихии попробуем, мы еще не делали так. Без лицензии, конечно. Дальше. Основная платформа у нас будет вот эта. Дальше. Сначала все языки, потом дальше, что нужно в игре про кингейм и стихии. Это, конечно, тут вымеримся. Вот. Пусть будет так. А, ну все, походу. Начала разрабатываться игра. Поставим на 2x. Так, эти уже что-то разработали свою жанр. Давайте что-нибудь сделаем. Я думаю, прикольный жанр какой-нибудь выбрать. Киберпанк. Прекрасный жанр. Он мне просто попался на глаза, поэтому пусть будет такой. Кстати, сотрудникам холодно, поэтому я хочу сделать батареи, а для этого мне нужно зайти в такой коридор. Вот. Надо сделать батареи, 2600, высокая температура. На батарее лучше будет. Вот тут поставлю батарею и вот тут еще какую-нибудь картину. Это чтобы сотрудники уходили, смотрели на эту картину, гипнотизировались и приходили заново, иначе будет плохо. Все, в принципе, я надеюсь, будет тепло, и моя компания от этого будет лучше. Так, у нас почти разработалась игра God Resident, и еще давайте контроль качества. Я думаю, это полезно будет. Да, до сих пор этот издатель очень хорош, поэтому будем с ним работать пока что. Вот, у нас уже там доверие почти до 5 дошло, это максимум. 74%, ну как всегда, обычно у меня именно такой результат у игр, и ну неплохо, что могу сказать. Платформу разблокировали, платформа 2, так это как. Потом разберусь с движком, наверное, нужно сейчас улучшение поделать на движок сразу, чтобы не делать движок с одним обновлением. Двухлинейная графика, это, конечно, хорошо, но можно и другой поставить. Интересно, с кем он говорит. У него очень странный ничего. Ошибка, я знаю. Пандемия. Плюс 300% вероятности того, что сотрудники заболели. Ну, класс, еще до этого не хватало. Надеюсь, это не коронавирус. Он заболел? Что делать с ним, если он больной? Он же больной. Что с ним? Ой-ой-ой. Ладно. Ладно, давайте сделаем новый движок. Разработка движка. Новый движок. Добавим вот это. Увидите. Особый жанр, ролплей путь будет. Давайте перейдем на компьютер. Вот этот, наверное. По идее, он будет лучше, но по рыночной доли нет. Тут будет круглый двигатель. Точнее, сферообразный. Жанр ролплей. Потом основная тематика киберпанк. Слушайте, нормальные игры в 1978 году. Платформу вот эту выберем, платформу вторую вот эту. Прикольно, кстати, можно не сразу убрать. Так, что нужно в киберпанк? Наверное, в ролеплей игре нужен геймплей. Потом продолжительность
Пусть будет пятерка. Атмосфера должна быть хорошая, чтобы игрок погрузился. Ну, она должна быть для новичков больше. Вот так. Главное, геймплей хороший. Инструкторник заболел вообще. А нет, он выздоровел. Тогда нормально все. Смотрите, как выглядит наша арпа-игра. Вот она вот такая. Левел 15. Да. Людям понравилось. Но было лучше, если было 70%. Надо было геймплея побольше сделать. Давайте сделаем обновление и дополнение. Бесплатное обновление на год Resident. Сделаем такое просто от себя, чисто так. Для тех, кому эта игра понравилась, допустим. Я не знаю, короче, вот так. Good Resident вообще какая-то неуспешная игра. Что-то мне это не очень нравится. Чит-коды, доступные исследования чит-коды. Ну, это полезно будет. Можно на этом закончить видео. В общем, вот так игры сделал. Почти по 80% набрали каждая. Ничего нового тут не было. В принципе, если вам не нравится то, что я снимаю эту игру, можете написать об этом в комментариях. Я прекращу снимать эту игру. И, может, буду снимать игру пока Building Simulator. Там нужно создавать компьютеры и делать всякие заказики. Тоже прикольная игра. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчики. Всем пока.